Ночь в музее. Автор из Ленирам читает Кэтвилд, часть третья. Итак, прибывший вновь спасительное, относительно учитывая отключенное отопление, Тепло, Чонхасок, расположился на деревянной банкетке в фае и демонстративно допил виски из почти пустой бутылки. Мы вновь внутри помещения, что не может не радовать. Но у меня назрел вопрос поскольку в городе снежный апокалипсис, какова вероятность того, что этот твой Пакчемин доберется сюда вместе с твоими ключами от машины? — Да уж, — кивнул директор Ким. — Ситуация безвыходная. Только что Сакджини по рации подтвердили, что никакой транспорт в центральном районе не движется. Ни в одном из направлений. Как бы нам в музее заночевать не пришлось. — Ох! — Мин Юнги качнул головой. Не тот доберется, поверь. Если, конечно, изначально вообще планировал это делать. Ну, что ты имеешь в виду? Уточнил Пак Чимин. Ну, Юнги замялся. Учитывая, как я с ним поступил, это может быть такая изощренная месть. Вызвать меня сюда и заставить ждать долго и безнадежно. Примерно пока машина на парковке не заржавеет. Думаю, когда снег немного расчистят, я просто закажу эвакуатор, а там уже в Сеуле разберемся. Не понимаю, почему я не сделал этого раньше? — Наверное, — подсказал инспектор Ким. — Ты просто в глубине души хотел увидеться с ним еще раз. Юнги промолчал. Со стороны лестницы, ведущей в подвал, послышался какой-то истерический шум. «Наши голубки развлекаются», — с улыбкой отметил директор Ким. «Неужели мы наконец-то заживем с по...» — начал Чон Хасок, но договорить не успел. В фойе влетел перепуганный в усмерть Чон Чунгук. «Скорее, вызывайте врача, Тэхён умирает!» Все повскакали со своих мест, а Хасок еще и поперхнулся остатками виски. Уже через секунду все присутствующие включая Мин Юнги, понеслись к лестнице, обгоняя самого Чунгука. Тэхён лежал на полу, схватившись за живот и за горло одновременно. Корчился и что-то хрипел. — Ты! Господи! Пак Чимин упал на колени перед ним и начал расстегивать на его груди рубашку. — Что случилось? Что он тебе сделал? — Ничего я ему не сделал! — — чуть не плача прокричал Чунгук, тоже падая перед Тихеном на колени. — Он сам их съел! — Что съел? — испуганно спросил Ким Нам Джун. — Тэ, что ты съел? Тихен хрипел, а глаза его были вытаращены так, что казалось, вот-вот выкатятся из век. — Правило! — заскулил Чунгук, и слезы по его лицу потекли уже сплошными ручьями. Ты, йони миленький, пожалуйста, не умирай, не оставляй меня одного. Боже, скорее звоните куда-нибудь. Ким нам Джун схватился за телефон. Ты реально думаешь, что к нам сейчас приедет врач? Нахмурился инспектор Ким. Посмотри в окно, Джуни. Чунгу, хватит истерить. Что он съел? Правила! Выкрикнул архивист. Говорю уже. Какие правила? Мин Юнги начал понимать, что тут происходит, и тихонько выдохнул. Он внимательно посмотрел в лицо Ким Тэхёна и увидел, как в его глазах мелькнула какая-то смешливая искорка. «Вот идиот, боже!» «Вот эти!» Пак поднял с пола обрывки бумажных листов. А, «А, я понял!» «Правила, рекомендующие избегать отношений между работниками учреждения?» «Да», — кивнул Чонгук, и приник к груди Тэхёна. Видимо, чтобы услышать, бьется ли его сердце. — Он их не целиком съел, а только тот абзац, который... — Боже, а что, если у него будет заворот кишок? От этого люди умирают. Тимсак Джин выдохнул. — Так, Тэхён, хватит придуриваться, вставай. Посмотри, как ты напугал своего малыша Гуки, — скомандовал он. Ким Тэхён немного приоткрыл один глаз, но руку с горла убрал. Чон Чонгук поднял голову. «Что?» «Послушай, Сакджини, а ты уверен, что Тюхен безопасности?» — осторожно уточнил Хасок. «За его безопасность я не дал бы сейчас ломаного гроша Хасоке», — ответил Сакджин, ухмыляясь. «Посмотри на Чонгука. Как только он поймет, как его развели, он его убьет. Думаю, в особо извращенной форме». Ну, у меня правда режут в животе, открыв глаза, полностью заявил Тэхён. Скорее всего, я умру. Наверняка, согласился инспектор Ким. Речь в животе будет продолжаться какое-то время, кивнул Мин Юнги. Пока бумага не выйдет. Хм. Естественным путем. Откуда ты знаешь? Чмин поднялся и внимательно посмотрел на Юнги. Бывало. — улыбнулся Юнги. «Случалось жевать документы». «Я даже знать не хочу подробностей», — хихикнул Чон Хасок. «Что это было? Контракт? Договор? Судебные предписания?» «Текст песни», — грустно качнул головой Юнги. «Неважно». «Почему-то мне кажется, что за этим всем стоит какая-то очень печальная история», — мечтательно вздохнул директор Ким. А нельзя ли дать этому страдальцу, он показал на все еще корчащегося на полу Ким Тэхёна, собирающего остатки своего артистизма, что-то выпить, что могло бы растворить эту бумагу у него в желудке? Малыш, инспектор Ким нежно потрепал директора по макушке. Можно, конечно, серную кислоту, например. Что у тебя в школе было по химии? Вставай, Ким Тэхён, Архивист вытер слезы и поднялся с колен. Ким Тэхён, все еще лежа на полу, смотрел на него с восхищенным обожанием. — Гуки, ты плакал, ты бы страдал по мне, если бы я умер, да? — Что-то мне подсказывает, что страдать в ближайшее время будет кое-кто другой, — хихикнул Чон Хасок. — У нас нет рамена случайно, есть очень хочется. — из чего я всегда думал, что в музеях от скуки можно помереть, развел руками Мин Юнги. Это потому, что ты не бывал в действительно хорошем музее, с энтузиазмом воскликнул в Ким Нам Джун, Таком, как наш. Сейчас поведет на экскурсию, шепнул Хасок. Ну, желудок Мин Юнги, в котором с утра, кроме печенек, не было даже более менее питательной бумажки. Громко заявил присутствующим, что идея с раменом ему понравилась. «Итак», — провозгласил Ким Нам Джун, распахивая дверцы одного из шкафов в своем кабинете, «у нас есть одна пачка рамена и булочка, которая...» Он внимательно осмотрел сдобу. «Уже не только несъедобна, но и даже дала начало новой жизни». «Ким Тэхёну можно не кормить», строго заявил Чонгук, отсаживаясь от раскрасневшегося администратора подальше. Пусть бумагу переваривает. Жестокие куки, проныл ему в ответ Ихен. Я страдал ради тебя, зато теперь у нас нет никаких правил, и мы можем. Не можем, буркнул Чон Чонгук. Ты съел ксерокопию. У меня еще оригинал есть. Думаю, вопрос питания можно решить заказав доставку из какой-нибудь кафешки поблизости есть же настолько жадные до прибыли хозяева что работают даже в такую погоду предположил директор ким цаджини ты во время обхода видел хотя бы одну открытую лапшичную?» не покачал головой инспектор но тут за углом работает 7 11 так что можно купить там кембабов и лапши кто пойдет со мной я пойду Вызвался Мин Юнги. Хочу как-то отблагодарить вас за теплый прием. Метель за окном взвыла, предостерегая. Представляю, какой там дубак, тихо сказал Мин. А ты довольно легко одет, сиульский житель. Мин Юнги посмотрел в его сторону. Ему показалось, или этот симпатичный парень проявил заботу о нем, или ему еще больше захотелось пойти и принести этому Чимину каких-нибудь вкусняшек. Но я же на юг ехал, — посмеялся он и надел свою стеганую куртку. — Я могу дать тебе свой шарф, — предложил Ким Тэхён и заговорщицки улыбнулся. — В обмен на еду, разумеется. Чун Чунгук все еще дулся, поэтому Тэхён намотал на шею Юнги шарф, сел рядом со своим парнем и взял его за руку. Я просто подумал, что ты совсем разлюбил меня, Чонгуки, — ласково прошептал он. А оказалось, что это не так. — Я разлюбил тебя только что, — фыркнул Чонгук. — Потому что ты придурок. Отсядь от меня, Ким Тихен. Правила никто не отменял. И это все еще домогательство. — И что у них? Всегда так? — поинтересовался Юнги, когда они с полицейским вышли на улицу. — «Когда они достигают точки кипения, он обычно выливает на Чунгука стакан сока», — рассмеялся Сакджин. «В смысле?» — глаза Юнги округлились. «Зачем?» Сакджин тихонько хихикнул, отворачиваясь от порыва фетра. «Чтобы Чунгуку пришлось отпрашиваться пойти домой переодеться». «И?» «И тогда он идет домой переодеться, а Тихен вызывается пойти в магазин закупить концтоваров». Сакджину было весело наблюдать за реакцией Юнги. А магазин концтоваров находится на первом этаже, где они живут. Чингук идет домой, Тэхён идет вместе с ним. Там они мирятся, иногда примирение занимает до сорока минут. А потом вместе закупают концтовары и приходят назад. Но такое случается нечасто, примерно пару раз в месяц. Они просто ужасные, — рассмеялся Юнги, глотая снежинки. — Да, — кивнул Сакджин, — но мы их любим. Они здесь все как большая дружная семья. Удивительный коллектив. Мне даже жаль, что я только косвенно являюсь частью него. Когда-нибудь, когда пойду в отставку, я попрошусь к нам Джуну охранником в штат. В маленьком магазинчике 7.11 было уютно, тепло. Стеллажи уставлены тесно-тесно так, что вдвоем не пройти. У окна стоял огромный термопод с кипятком для желающих заварить рамен и перекусить здесь же, на месте. Вдоль окна протянулась стойка с высокими барными стульями. Продавец веселый, любуется снегопадом, у него ярко-розовые щеки, судя по снегоуборочной лопате, сохнущей в углу. Он только что с наслаждением расчищал снег у крыльца. «Набираем рамены, кимбабов, можно взять сэндвичи и йогурт для намджуна», — перечислял Сакджин. «А Соджу?» — поинтересовался Юнги, осматривая прилавок с рядами зеленых бутылочек с яркими смешными этикетками. «Ну и Соджу, куда без него?» Юнги задержался у полки со сладостями. Он долго рассматривал большие пончики, покрытые розовой глазурью. Интересно, любит ли Пак Чимин сладкое? Можно было бы купить ему такой пончик. Он как раз самого Пак Чимина и напоминает. Такой же мягкий и сладкий на вид. Юнги одернул себя от таких мыслей. Как так получилось, что этот Пак Чимин, которого Юнги знает всего-то полдня, так глубоко успел засесть в его мыслях. Про того Пак Чимина, ради которого он приехал в Пусан, Юнги старался не вспоминать. И все-таки аккуратно положил сладость в корзинку с покупками. Дорога заняла у него меньше времени. Сагджин отправился патрулировать участок, так что на разговоры с ним Юнги не отвлекался. Он брел по снегу, иногда подкидывая носками своих теплых ботинок куски заледеневшей корки, и думал о том, что тоже хотел бы стать частью этой большой и удивительной приятной компании. Ловил себя на мысли, что отсюда не хочется уезжать. Хочется бросить к чертовой матери свою карьеру в узком и суетливом Сеуле и устроиться на работу в этот скромный маленький музей. И каждый день смеяться с того, как собачится Чунгук и Тэхён. Помогать Чунхасоку справляться с его хозяйственными делами. Приносить кофе директору Киму, когда он устанет возиться со своими бесконечными бумажками. И смотреть каждый день, смотреть на этого удивительного, потрясающего, совершенного Пак Чимина. Одновременно мягкого и строгого, с остальным стержнем внутри и самой красивой улыбкой, какую только видел Мин Юнги за всю его жизнь. А в музее его появление встретили громкими одобрительными криками. Соджу Чон Хасук, в котором выпитый виски уже отработал свою задачу, с нежностью обнял пакет с бутылками и прижал к себе. Нельзя употреблять спиртной на рабочем месте, напомнила ему Чунгук важно. Это записано в правилах, которые я съел, напомнила ему Тихен. Нет правил, нет проблем. На сегодняшний день я приостанавливаю действие этих правил, улыбнулся директор Ким, заваривая для всех рамен. Можете выпить, хотя бы для того, чтобы немного согреться. Помещение постепенно остывает. Если электричество не дадут, здесь скоро станет холодно. Чунгук кивнул и первым потянулся за бутылкой. Там столько снега насыпало, сообщил Мин Юнги, когда первый тот за знакомство был провозглашен, и рюмки бумажные стаканчики выпиты. Наверное, самое время строить горки, кататься на лыжах и делать снежных ангелов. Поктимин у нас чемпион по снежным ангелам», — сообщил Ким Тэхён. «В прошлом году, когда в феврале над Пусаном завис циклон, у нас было столько снега, что министерство официально закрыло все учреждения на неделю. Мы с Тимином и Чунгуком ездили на пляж и там делали снежных ангелов. У Тимини получился самый красивый». У, нас, «У вас тоже бы получились красивые», — расхохотался Пак Тимин если бы вы в итоге не начали целоваться в снегу и не превратили своих ангелов в сплошную кашу. Вы были просто невыносимы. У нас была годовщина. Нас можно понять и простить. Ким Тэхён схватил подобревшего отца Джу Чунгука за руку. Но твой ангел получился нереально красивым. И я даже сфотографировал. Мин Юнги прикрыл глаза, представив лежащего на снегу Пак Чимина, и сухо сглотнул. Это хотелось увидеть в реальности. Мы можем устроить соревнование прямо сейчас, предложил он. У нас целая парковка нетронутого снега. Все, что мы расчищали раньше, уже полностью замело. Чон Хасок с Тэхеном переглянулись. Я не пойду валяться в снегу, сразу сообщил им директор. А я все-таки директор. Если я лягу в снег в своем пальто, Сакджин меня повесит на поясе от него. Это его подарок. Оно стоит огромных денег. Иногда ты бываешь таким занудой, босс, прокомментировал Чон Хасок. И я за. Чимини? Можно. Заинтересованно улыбнулся Чимин. Мин Юнги поднялся, сердце его забилось. Ему вдруг представилось, что это не Тихен с Чунгуком целуются, лежа в снегу. «Никогда не делал снежного ангела», — вздохнул он, выходя на, на парковку. «Так смелей!» — крикнул за спиной Чон Хасок и толкнул его в снег. Юнги распластался в невесомой хрустящей белизне. — Не тормози, Пак Чимин! — крикнул Хасок еще раз, и Чимин полетел следом, приземляясь на успевшего перевернуться Юнги. Юнги расхохотался, поймав в свои объятия взвизгнувшего парня. «Прости — Прости! — рассмеялся Чимин. — Я не хотел! Юнги посмотрел внимательно, на его раскрасневшееся лицо и неожиданно для себя сказал. Жаль. Пактимин вздрогнул. Что? Юнги помолчал, все так же сжимая бака Тимина. Мех его шубки мягко щекотал пальцы. Ты очень красивый Пактимин, сказал он наконец. Лицо Тимина стало серьезным, глаза перестали улыбаться. «Немноговато многовато ли Пактиминов на одного Мин-Юнги, а? — усмехнулся он, поднимаясь на ноги. И тут же упал рядом на спину, раскинув руки и завозившись в снегу. Юнги приподнялся. Снег усилился, и Чимин, лежащий на снегу, был почти неразличим. Юнги любовался этим копошащимся на снегу ангелом, и ему казалось, что вся эта история с другим Пак Чимином всего лишь выдумка, обрывки снов или история, подсмотренное в каком-то кино. Юнги смаргивал опускающиеся на ресницы снежинки. Думал о том, что, может, не сегодня, но когда-нибудь обязательно поцелует эти красивые манящие губы. Хотя, честно говоря, хотелось прямо здесь и сейчас. Его мысли перебил приближающийся рокот, и он вздрогнул. «Видимо, техника все-таки добралась до нас», Чон Хасок увлеченно вытаптывал на нетронутом покрывале снега тракторные следы. «Сейчас нас спасут из плена, и нам Джон обязательно развезет коллектив по домам. Или хотя бы можно будет вызвать такси», — откликнулся Пак Чимин, поднимаясь и разглядывая получившегося снежного ангела. «Эх, в этот раз мой ангел не такой совершенный». «Уверен, Тимини. «Ты сможешь лучше», — подбежал Ким Тихен, который уже успел вывалить в снегу Чунгука. И теперь собирался сделать несколько фото на память. «Вот здесь. Есть еще нетронутое местечко». И только Юнги замер, прислушиваясь к тому, как заколотилось сердце. Рокот показался ему до боли знакомым. Он повернул голову в ту сторону, где был въезд на парковку. Метель завелась белыми искрами расступилась, и в окружении мечущихся снежинок на парковку влетел байк. Работники музея изумленно уставились на человека, рискнувшего в такую погоду носиться по городу на байке. Байкер в черных карга с огромными накладными карманами и черной косухи на толстом меху спрыгнул с байка и остановился. — Ну, здравствуй, Мин Юнги, — сказал он, снимая шлем и перчатки. Давно не виделись. — Пак Чимин, — ровно ответил Юнги и почувствовал, как по телу разливается жуткий страх. Часть шестая. Пак Чимин. Тот самый Пак Чимин. Его Пак Чимин, который все еще считает Мин Юнги своим. Он стоял на этой парковке в самом эпицентре метели и его высокая, стройная и крепкая фигура казалась чем-то инородным здесь, словно соскользнувшим со страниц популярной манги. Пак Чимин немного отрастил волосы, и теперь они доходили до плеч. А сейчас усыпанные снежинками лежали красивыми крупными локонами. Он стал как будто крепче, но суше, словно весь этот год провел в качалке, ожидая Юнги. Сердце Мин Юнги сжалось. Это было чувство посильнее страха, и комок в горле постепенно таял. — Я так и знал, что ты не сможешь не приехать, — усмехнулся Пак Чимин. — За ней. Он кивнул в сторону машины. — Не сможешь не приехать. — Зачем ты это сделал? — тихо спросил Юнги. — Ты же знаешь, что я не вернусь к тебе. — Зачем? — А зачем ты приехал за машиной? — ответил вопросом на вопрос Пак Чимин. Ты же знаешь, что она... У тебя куча других машин. Так ведь? Зачем тебе это? Почему ты ее до сих пор не продал? Молчишь? А я отвечу вместо тебя. Потому что не все еще между нами кончено. Потому что ты думал, что пока не видишь меня, можешь без меня, без нас. И хранил ее у себя в гараже на случай. Нет никаких нас мрачно ответил мин Юнги. И уже давно. Как думаешь? Прошептал замерзший у края парковки Чонхасок, стоящему рядом по Актимину. Нам стоит уйти или оставить их наедине? Нет, ответил вместо Чимина Тихион и Чунгук, прижавшись к его рукаву замерзшим носом, активно закивал. Пактимин молчал. Тогда, может, стоило сказать мне еще тогда, год назад, а не бегать, как трус, обещая очень-очень скоро вернуться», — говорил в это время другой Пак Чимин. Я не мог. Юнги устала, опустила руки и уставился на носки своих ботинок, утопающих в снегу. Другой Пак Чимин сделал несколько шагов и приблизился к Юнги, взял его двумя пальцами за подбородок. Наблюдавшие в стороне работники музея затаили дыхание. «Да, ты не мог» ты не можешь и сейчас. Поэтому ты в Сеуле окружил себя тремя слоями охранников, которые меня к тебе не подпускали. Потому что сам ты не можешь сказать мне ничего такого. Потому что все еще любишь меня, хоть я и не вписываюсь в твою нынешнюю жизнь. Ты знаешь, что я не соглашусь быть твоим маленьким грязным секретиком. Правда ведь? Это не для меня». А для всего остального ты просто трус. Мин Юнги опустил голову, грубо схватив руку своего бывшего и убрав ее со своего подбородка. — Я не сказал тебе, потому что не хотел тебя обидеть, — проговорил он, кинув взгляд из-под Потом, будто вспомнив о том, что здесь еще посторонний, обернулся. Чингук с Тэхеном, обнявшись, во все глаза смотрели на бывшего Юнги а Хасок о чем-то горячо шептал на ухо Чимину. Чимин же стоял неподвижно, с напряженным выражением лица. «Обидеть меня!» — расхохотался Пак Чимин. «Смешно?» Юнги вздохнул, словно собираясь с храбростью. «Надо кончать этот спектакль. Пак Чимин может долго играть с ним, как кошка с мышью, не показывая своего истинного лица. Поэтому Юнги решился на триггер». Действительно. Обижать же всегда было твоей прерогативой. Улыбка слетела с лица стоящего перед ним парня. Они оба были почти полностью засыпаны снегом. Обстановка вокруг просто дышала романтикой. Но на лицах этих двух людей не было ни следа романтических чувств. Злость, обида, страх, ненависть. Все что угодно. Но ничего от любви. Так думал Музейный работник пакчемин глядя на них. И ему было физически плохо при этом присутствовать. Мин-юнги казался ему жалким. Он словно видел сейчас совсем другого Мин-юнги. Не того, кто так деловито и решительно руководил процессом спасения коллектива от закрытых дверей и мороза. Не того, кто выводил тыхена на чистую воду. Не того, кто с широкой улыбкой вручал всем упаковки с лапшой и разливал соджу под стаканчиком, а какого-то другого, как будто бледную тень настоящего. Пактимин чувствовал острое разочарование. Поэтому он, тронув хасока за рукав, развернулся и пошел к зданию музея. Но следующие слова, сказанные Мин Юнги, словно ударили ему в спину, и он остановился. Я просто вырвался из клетки, вот и все. Скажешь, я не прав?» Чмин обернулся. Бывший парень Юнги стоял и смотрел на него хмуро, неверяще. Юнги рядом с ним казался совсем маленьким, как будто взъерошенный, худой, но очень решительный котенок рядом с огромным котом. «Поначалу я был тебе благодарен», — продолжал Мин Юнги. «Ты вытащил меня из грязи, из мрака, из безнадеги и нищеты». Ты меня отмыл, как того бродячего кота. Накормил теплым бульоном и подарил свою толстовку. Ты делал все для меня, я это ценю. Это радует, язвительно заметил Пакчимин. Но потом твоя уютная кровать превратилась в клетку. Ты этого не заметил? выпалил мин Юнги. Нам было хорошо вдвоем, разве нет? смягчил голос Пакчимин. Ну, давай, Юнги! Перестань, вспомни, разве. Чмин, стоящий на крыльце вздохнул и открыл дверь. Когда захлопнувшаяся дверь отрезала от него звуки улицы, наступила тишина. О! -о, -о Директор Ким выглянул из своего кабинета. Сигнализация все-таки посадила аккумулятор этого автомобиля. Какое блаженство! И действительно, когда сирена наконец замолчала, почти никто этого не заметил. Чимин кивнул и прошел через фае в коридор, который вел к его собственному кабинету. Он закрыл за собой дверь и почти упал на низкий диванчик, стоявший сразу у двери. Почему-то руки его сжимались в кулаки при мысли о том, что там на улице Мин Юнги стоял как такой раздавленный, жалкий перед этим Пак Чимином. Ему хотелось взять за руку и увести оттуда. Но Чимин понимал, что эту битву Мин Юнги должен выиграть сам. Парковку засыпало снегом. Похожий на снеговика Чон Хасок буквально силой заставил Чонгу Костыхюном пойти в помещение, бросив на прощание Мин Юнги подбодривающий взгляд. Дверь за ними захлопнулась, и у Юнги сжалось сердце. Ему показалось, что этот теплый, уютный мир остался навсегда там, за закрытой дверью. И он, Мин Юнги, снова на улице. Совсем один, продрогший и одинокий. Он поднял глаза на Пак Чимина. Тот крутил в руке брелок с ключами от его машины. «Я приехал», — почти прошептал Мин Юнги, но в заснеженном городе стояла такая тишина, что его шепот пронесся над парковкой почти как крик. «Не за машиной», Вернее, сначала я приехал за ней, но когда понял, что записка от тебя, первой мыслью было бросить машину здесь, развернуться и уехать. Но потом я решила остаться из-за тебя. Решил, что должен остаться и поговорить с тобой наконец. Что мы должны сказать друг другу все и разойтись. Ты не понимаешь, Мин Юнги. Пак Чимин сделал еще один шаг навстречу и крепко обнял своего бывшего парня. «Я люблю тебя. Вся моя жизнь — это ты. Я не смогу отпустить тебя. Поэтому я проделал все это, чтобы ты вернулся в Пусан и больше никогда не уезжал. Чтобы увидел этот музей, эти улицы, чтобы вспомнил. Я увидел другой Пусан, — перебила его Мин Юнги, — увидел другой музей». Он хотел добавить, что увидел другого Пак Чимина, но промолчал. «Не раздражай меня, Мин Юнги!» — повысил голос Пак Чимин. «Ты же помнишь, что случается, когда ты ведешь себя так!» «Вот оно!» — вспыхнула мысль в голове Юнги, и он внутренне сжался. Представление, устроенное здесь перед публикой его бывшим, наскучило самому артисту, и он решил показать свое лицо. «Жаль!» «Свидетелей не осталось», — мелькнула мысль на самом краю сознания, когда Пак Чимин, схватив Юнги за воротник, встряхнул и поднял в воздух. — Не раздражай меня, — продолжал Пак Чимин ледяным голосом. — Не беси. Сейчас мы поедем домой и обо всем поговорим. Так ведь? Так всегда и бывало. И ты будешь хорошим мальчиком, который благодаря тому, кто приютил его, поставил на ноги, вытащил из грязи. Так ведь? Кивни, если согласен. И Мин Юнги собирался кивнуть, как всегда делал в таких случаях, потому что натянувшаяся ткань передавливала горло, и дышать было уже совсем нечем. А после кивка обычно наступало облегчение, но... Перед самыми глазами Мин Юнги там, за стеной снегопада, светилось окно кабинета директора Кима. И вдруг окно рядом тоже вспыхнуло желтым светом, и Мин Юнги увидел там, за стеклом, Хрупкую фигурку того другого Пакчимина, посреди его той совсем другой, отличной от его Мин Юнги жизни. И Мин Юнги просто не смог кивнуть. Кивни, если согласен, повторил его бывший. Иначе ты же знаешь, что бывает, так ведь? Мин Юнги задыхался. Он уже начал хрипеть. Знаешь, что будет, зловеще повторил Пакчемин. Ты же знаешь, что будет. я знаю, что будет. Пронесся над парковкой знакомый спокойный голос. Статья 257 будет. Нанесение телесных повреждений другому лицу. Пункт первый. Предусматривает наказание в виде каторжных работ на срок от одного года до десяти лет. Хватка на горле Мин Юнги ослабла. Он почувствовал под ногами твердую землю. За спиной Пак Чимина стоял полицейский Ким. «Ты еще кто?» — фыркнул Пак Чимин, оборачиваясь. Тот, кто успел подойти как раз вовремя, чтобы увидеть, как Мин Юнги поставит точку в ваших отношениях. Да, Мин Юнги? Юнги поднял на него глаза и моргнул, поежился. Снега насыпало ему за воротник, и теперь он таял и неприятно стекал по груди и спине под одеждой. В окне рядом с кабинетом директора Кима погас свет. Я не поеду с тобой, проговорил Мин Юнги, ощущая прилив какой-то странной безбашенной смелости. Он знал, на что способен Пак Чимин. У него на теле до сих пор были следы от того, на что он был способен. За худого и уставшего Мин Юнги некому было заступиться ни никогда. Некому было объяснить, что то, что происходит, это не любовь, что любовь не это. — Я не поеду с тобой, — снова сказал он, вздохнув. — Я не люблю тебя. Больше мы не увидимся. Отдай ключи от моей машины. Это моя машина, я купил ее на свои деньги. Отдай ключи и уходи. Пактимин бросил ключи от машины в снег рядом с ногами Юнги, но тот не спешил наклоняться и поднимать их. — Мы оба знаем, что ты пожалеешь, — прошипел Пак Чимин. И только я знаю, насколько угрозы отягощают вину. Если уже есть статья 257 и статья 331 часть 2. Противоправное использование автомобиля. Подал голос полицейский Ким, все это время стоящий рядом. У вас, господин Пак, есть ровно две минуты, чтобы сесть на свой мотоцикл и уехать как можно дальше. Потому что потом я могу вспомнить, также положение статьи 283 «Запугивание» и статья 276 «Противоправное лишение свободы другого лица». А это уже тянет на долгую безбедную жизнь на полном гособеспечении. Правда, с полным ограничением свободы. Но у нас скорее вполне себе комфортабельные тюрьмы, говорят. Ведь у Сакджина был самый невозмутимый. Но Юнги почувствовал, что тот сейчас предельно напряжен. Юнги знал Пак Чимина, понимал, что он в минуты с подобных всплесков бешенства мог сделать все, что угодно. И Сакджин, кажется, тоже это почувствовал. И в этот момент дверь музея открылась, и на улицу вышел Чимин. Он шагнул прямо в водопад снежинок потоком несущихся с неба. Такого интенсивного снегопада Мин Юнги с жизни своей никогда не видел. Чмин поежился и посмотрел на Юнги и его бывшего парня, все еще стоящих друг против друга. «Дороги пока еще не расчистили», — сообщил ему Сакджин. «Возвращайся-ка внутрь, Пак Чимин». Глаза парня, стоящего напротив Юнги, округлились. «Вот как!» — протянул он, срываясь с места и подходя к Чимину какой-то неровной, возбужденной походкой. «Значит, ты нашел себе тут нового пак Чимина, да? скажи как кукленок, он уже трахал тебя? А может, это ты трахал его? Наш Юнги любит так и так, ему без разницы. Он любит, когда ему говорят, что делать и как себя вести». Чимин поднял голову и встретил спокойным взглядом безумные глаза. Ну, «Посмотри-ка». Парень мотнул головой в сторону Мин Юнги. Сегодня он почему-то решил поиграть самостоятельного мальчика. Все время говорит нет. Давай ему подыграем. Улыбку парня пугала даже полицейского Кима. Но он хорошо знал Чемина, поэтому спокойно наблюдал. Чего не скажешь о Юнги. У него от бешенства глаза налились кровью. «Снимай штаны, пацан!» — скомандовал бывший, схватив Чемина за локоть. Пусть наш Юнги отсосет тебе прямо здесь, на парковке. Сам отсосет, как большой самостоятельный мальчик. Да пошел ты! Юнги с криком сорвался с места и, подскакивая к своему бывшему, смазал кулаком по его скуле. Кулак резанул болью, и он почему-то в этот момент подумал, что ему никогда не было настолько остро, болезненно, жгуче обидно за самого себя, как сейчас было за Чимина. «Вот именно!» — послышался голод Чимина, и Юнги увидел, как он, саданув коленкой в промежность его бывшего парня, завалил его в снег, а потом аккуратно поставил ногу в меховом сапожке на горло лежащему. Я сам решу, где, когда и как Мин Юнги мне отсосет. И как раз две минуты и стекло, — хлопнул в ладоши полицейский Ким. «А я ведь предупреждал!» — вспомнилась статья 245 публичные непристойные действия. Статья 297, часть 2. Насильственные действия сексуального характера. И... «Ладно, хватит!» – прокричал лежащий на снегу Пак Чимин. Он сначала сел в снегу, а потом нехотя поднялся на ноги. «Мы еще с тобой поговорим, Мин Юнги!» – прорычал он. «Я, пожалуй, статью 283 повнимательнее почитаю», словно размышляя вслух, проговорил Сакджин. И еще про то, насколько ускоряется рассмотрение дела, если свидетелем был полицейский. Что-то такое недавно на глаза попадалось. «Ладно — Ладно, — рявкнул Пак Чимин. Он вскочил на байк, мотор взвыл пару раз, воздух вокруг наполнился едкими выхлопными газами. Секунда, и байк сорвался с места, взметнув за собой клубы снега. Нам всем нужен горячий чай, — потоптался на месте Ким Сак Джин. А тебе еще и ключи от твоей машины, Мин Юнги. Думаешь, их реально найти под снегом? Часть седьмая. Потом мне сказали, что это называется абьюз. Первые минуты после того, как Мин Юнги вошел в фае музея вместе с Чимином. Все молчали. Тихен молча налил крепкого чая. Чингук также молча взял из рук Юнги его куртку, насквозь промокшую от снега. Развесил ее на спинке стула. Директор Ким тоже молча плеснул в его кружку немного виски. Хасок принес из машины аккумулятор и поставил его заряжаться. Никто ни о чем не спрашивал. Все ждали, пока Юнги заговорит сам. И от этой молчаливой и понимающей поддержки сжималось горло. Поэтому сначала он не мог ничего сказать, даже если и хотел. Глаза Чимину он старался не смотреть, а потом собрался с духом. Люди потом мне сказали, что это неправильно, что это разрушает и что любовью это точно не назовешь. Ну точно не назовешь, кивнул Хасок. Тогда я этого не знал, продолжил Юнги. Меня переполняла благодарность, и я ее принимал за какие-то еще другие чувства. Этот человек буквально нашел меня на улице, когда я остался без дома и средств к существованию. Родители узнав о том, что внуков от меня им не дождаться, что я не собираюсь учиться на экономическом и продолжать дело отца, что да, много еще чего обо мне узнав, просто сказали, что сына у них больше нет. И я ушел из дома, взяв с собой только гитару. Мне некуда было идти, а он... Директор Ким вздохнул. А он стал для тебя новой семьей. Юнги кивнул. Поначалу все было хорошо. Была поддержка, было тепло и еда, была готовность слушать мои песни — он неплохой человек просто. Он избивал тебя, хмуро напомнил Чемин. Когда он почувствовал, что я готов двигаться дальше, что у меня есть мечта, он просто не захотел меня отпускать, уклончиво ответил Юнги. И он, наверное, можно понять. Нельзя, категорично возразил Сакджин. Ни с точки зрения закона, ни с какой другой точки зрения. Он... Запирал меня в доме, приковывал наручниками к решетке окна. Сейчас я кажусь сам себе таким жалким, а тогда... Наверное, я изо всех сил пытался его понять. Но однажды я просто не смог дышать и сбежал. Оставил ему записку, что ухожу. Он пытался найти тебя и вернуть, так? Тихон, подперев ладонями лицо, внимательно слушал, подливая в чашку юнги горячего чаю. Он приезжал в Сеул. Пытался проникнуть в мою квартиру. Но мое агентство поступило с ним, как с любым сассен фанатом Юнги покраснел. Я просил их этого не делать, я чувствовал вину. С кем угодно, но с ним я не хотел поступать вот так. Вы осуждаете меня? Ты осуждаешь меня, Чимин? Чимин поднял глаза, но ничего не сказал, перевел взгляд в сторону окна. «О, смотрите-ка, электричество дали!» — воскликнул Хасок, указывая на осветившуюся фонарями парковку. «Пора глушить генератор!» «Можно попробовать добраться домой!» — воскликнул Тихон Гуки. Чунгук фыркнул, поднялся и пошел следом за Хасоком, помочь ему с генератором. «Я включу отопление!» — сообщил Чимин и тоже вышел. «Так, ну что?» Вдруг хлопнул по столу директор Ким и поднялся. Улицы расчистили, можно закончить этот невероятно длинный рабочий день. Твоя смена закончилась, Сагджини. Полицейский Ким кивнул. Что будешь делать ты? Уточнил он у Юнги. Я бы посоветовал вызвать охрану, а не добираться домой самому на машине, которая для твоего бывшего как красная тряпка. Но агентство уже направило сюда служебную машину, — кивнул Юнги. — И охрану. — Меня ждет еще большой скандал по поводу того, что я улизнул от них и поехал в Пусан самостоятельно. Думаю, скоро они будут здесь. — Надо же. Уже скоро полночь, а мы даже не заметили, как пролетело время, — покачал головой Ким Нам Джун. — Такого рабочего дня в моей жизни еще не было. — то завтра с утра на дежурстве. Ты чемини. Вернувшийся, чемин кивнул. Ага. Не вижу смысла добираться домой через весь Пусан, чтобы через пару часов отправляться назад на работу. Он грустно усмехнулся. Переночу здесь, на диване в моем кабинете. Тогда ты проводишь юнги, когда за ним приедут. А мы по домам, постановил директор. Или ты, Юнги, возможно, хочешь поехать к кому-нибудь из нас домой, принять душ, немного отдохнуть? Юнги покачал головой. Нет, подожду здесь. Это моя первая в жизни ночь в музее. Я должен прожить ее до конца. В музее вспыхнула постоянная подсветка. От решеток отопления повеяло теплом. давай развесим твою куртку поближе к решеткам», — предложил Чимин, когда все остальные, тепло попрощавшись, разъехались по домам. Директор Ким пообещал лично всех доставить по адресам, не полагаясь на общественный транспорт. Так она быстрее просохнет. Чемин, позвал Юнги. Нам стоит поговорить. Чемин обернулся. О чем? Юнги махнул рукой в сторону парковки. Мол, обо всем, об этом. Оставшись наедине с Чемином, он почувствовал себя скованно и неуверенно, но понимал, что недосказанность повисла в воздухе тяжелой тучей, и ее надо развеять. Все в порядке Юнги пожал плечами Чимин. — И все понятно, о чем тут разговаривать. Но мне понравилось, как ты вступился за мою честь. Это было круто. Юнги покраснел. Обычно я не бью людей, виновато улыбнулся он. Но сегодняшний день, сегодня я узнал еще одного пакчемина. Чемин не улыбался. Знаешь, юнги, сказал он вдруг очень строго. Я ведь тоже сегодня увидел двух разных мин юнги. Утром познакомился с одним умным и талантливым, решительным и заботливым, таким от которого мурашки по коже. А потом вечером на парковке я увидел еще одного. Совсем другого мин Юнги. И то, что я увидел, мне не понравилось. Юнги кивнул и опустил глаза. Ты ни секунды не сомневался, когда я нуждался в твоей защите, продолжил он. Но почему ты не сделал того же для себя? Почему ты не делал того же для себя? Я? Юнги открыл был рот, чтобы ответить, но Тюмин перебил его. Я знаю, что ты скажешь про чувство вины и благодарности. Но, Юнги, если кто-то помог когда-то тебе подняться на ноги, это не значит, что он получит право решать, по какой дороге тебе идти дальше. Я разочаровал тебя, неуверенно усмехнулся Мин Юнги. Я не был очарован тобой, чтобы разочаровываться. Устало вздохнул Чимин. Юнги кивнул. Эти слова обескураживали, но они были правдой. Могу только сказать, помолчав, продолжил Чемин, что у первого Мин-Юнги есть гораздо больше шансов очаровать меня, чем у второго, хоть он и набил за меня морду своему бывшему. Мне нравятся решительные мужчины, знающие себе цену и самостоятельно контролирующие свою жизнь от начала и до конца. Сердце Юнги забилось. Ему нравятся мужчины. Из всего сказанного эти слова горели в его мозгу ярче всего. «То есть у меня есть шанс?» — улыбнулся он, и в глазах Чимина зажглись огоньки, которые Юнги мог ошибаться, но ему показалось, что они были первыми искрами самого настоящего флирта. В дверь постучали. Чимин посмотрел на Юнги долгим, встревоженным взглядом. Постучали еще раз. Юнги вздрогнул, но под тяжелым взглядом Чимина взял себя в руки. Это мог быть кто угодно. Мог вернуться бывший, к примеру. Но Мин Юнги так устал за эту ночь, что ему было уже все равно. Он поднялся, подошел к двери и открыл ее. За порогом стоял начальник его охраны. Юнги -ши. — поприветствовал он, поклонившись. — Машина готова. Фаид заполнили члены команды охраны. Парни выглядели виноватыми и расстроенными, но собранными, как обычно. — Прошу простить меня, — вздохнул Юнги, принимая от начальника охраны пакет с верхней одеждой. — Вам влетело из-за моего бегства от агентства. Начальник охраны промолчал. Видимо, он еще не раз припомнит Юнги его на... новогодний саботаж. Удачи тебе, мин Юнги! Махал Чемин напоследок, отключает от сети аккумулятор и протягивает его одному из охранников. Вряд ли он успел зарядиться. Но парковке ждет эвакуатор, сообщил начальник охраны. Снег закончился. Аэропорт возобновил работу. Так что мы вернемся в Сеул самолетом, он через час автомобиль доставит в сеул вечером с вами все в порядке вам не нужен осмотр врача Юнги покачал головой с ним не было все в порядке но врач в этом вряд ли мог бы помочь Тимин начал было юнги но начальник охраны кашлянул поторапливая Тмин понимающе улыбнулся поторопись мин юнги похлопал он юнги по плечу тебя ждет сиул Юнги вышел из музея с тяжелым сердцем. Ему казалось, что за захлопнувшимися тяжелыми дверями остается огромная часть чего-то очень важного. Ночной пусан переливался яркими огнями, они в чистом хрустальном воздухе сияли стократно. Снегопад закончился, небо открыли для перелетов, привычная суета возвращалась на улицы. Мороз отпустил. Наверное, к утру на парковке появятся первые проталины. Если бы снова пошел снег, у Юнги была бы причина остаться, но небо сияло чернильной темнотой без малейшего намека на, на облака. Юнги обернулся. В кабинете по соседству с директорским зажегся свет. Наверное, Чимин устраивается на своем небольшом диванчике, чтобы хоть немного поспать в эту странную ночь. Наступит утро, и воспоминания Амин Юнги сотрутся при солнечном свете, забудутся, как сумбурные странные сновидения. По машинам, скомандовал начальник охраны, вы готовы, Юнгиши. Юнги кивнул и нырнул в салон автомобиля. Он снова отдавал свою жизнь в чужие руки. Утром 2 января, примерно в 9.40, в тяжелую дверь Пусанского музея постучали. Дежурный Пак Чимин, которому до начала дежурства оставалось 20 минут, недовольно поворочился на жестком диване в кабинете. Но стук повторился, поэтому он, откинув плед, со вздохом натянул сапоги и пошел открывать. За дверью стоял Мин Юнги. Он глянул из-под лоби с какой-то злой решимостью, и от улыбки Чимина, которому Зерошные волосы и совсем узенькие после сна глаза, а еще след от пледа на порозовевшей от сна щеке, придавали бесконечно милый и уютный вид. Его решимость только укрепилась. «Мин — Мин Юнги? — воскликнул Пак Чимин. — Ты что-то забыл? — Забыл. — кивнул Юнги и шагнул навстречу Чимину. Он поцеловал его без разрешения. Цепко обнимая за талию, Нашел его губы и сразу же углубил поцелуй, не давая ни задать вопросы, ни возразить. Его пальцы зарылись в беспорядок на голове Чимина. И он удовлетворенно выдохнул, как только почувствовал, как Чимин, расслабляясь, прижимается к нему ближе. Ты не уехал, хрипло поинтересовался Чимин, когда поцелуй Юнги переместились на шею, а потом в ложбинку за ухом. Я вернулся не оставляя без поцелуя ни миллиметра, прошептал Мин Юнги. В смысле? Чимин отстранился. Из Сеула? Юнги улыбнулся. Часа в самолете мне хватило, чтобы понять, что я не готов отсюда уезжать, не поцеловав тебя, сказал он, ласково проводя кончиками пальцев по щеке Чимина. Я хотел взять билеты на обратный рейс, но сообщили, что в Пусане вновь начался снегопад. Тогда я приехал домой, отпустил охрану, взял из гаража машину и поехал в Пусан. «И твоя машина снова у нас на парковке?» — хихикнул Чимин. Юнги кивнул. «Та же самая?» «Нет, другая», — покачал головой Мин Юнги. Другой Мин Юнги на другой машине. Приехал к другому Пак Чимину. «Этот год просто обязан быть другим». «Да», Раз так он начинается, он не обязан, пожал плечами Чимин. Мы должны сделать его таким сами. Он наклонился и легонько коснулся губ Юнги своими. Освещение фойе вздрогнуло и погасло. Звуковые сигналы оповестили о блокировке дверей. И, кажется, у нас особо нет выбора, рассмеялся Чимин и поцеловал Юнги еще раз.